С завтрашнего дня в Нижегородской области начинается вакцинация медицинских работников от коронавируса. Ситуация с заболеваемостью остается напряженной. За прошедшие сутки уже 499 заболевших. Такого большого количества еще не было. Сегодня в Нижний Новгород прибыла первая крупная партия вакцины. У нас на сегодняшний день есть разнарядка от Министерства нашего здравоохранения Нижегородской области, в соответствии с которой первыми получат у нас сегодня больница 40-я, поликлиника номер 7, Нижегородский район, больница 28-я и поликлиника 4-я, Каменский район. Вакцина против коронавирусной инфекции хранится при температуре не выше минус 18. Эта вакцинация отличается от стандартной вакцинации, к которой мы уже привыкли. Происходить будет в два этапа. Первый этап будет проходить после определенных обследований сотрудников, а затем через 21 день второй этап. Сомнений нет, я врач ковидной бригады, я оказываю неотложную помощь на дому, и поэтому я прививаться буду одна из первых. Мы выполнили поручение председателя правительства по созданию всей инфраструктуры, и кадровой, и материальной, для вакцинации. Это и логистические цепочки, это закупка необходимого оборудования, это, что очень важно, обучение людей. Обучено 3000 медицинских работников, из них 625 врачей. В принципе, врачи как раз и будут теми первыми людьми, которым будет проведена вакцинация. Естественно, все это делается исключительно в добровольном порядке. Также в приоритетные группы лиц для вакцинации входят врачи, учителя, и мы еще приняли решение, что в эту группу войдут волонтеры. Далее, по мере расширения поставок, естественно, все более и более широкие слои будут включаться в этот круг.